Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на семерых, в которой я играю за Люмерис в игре Endless Space 2. Мультиплеер против живых соперников, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всё-таки интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ну что, уже уважуха от ремнантов. Эти 24,5 пыли и 23 науки валит. Yeah? Why are you knocking around? О, еще одни сафоны. Что-то я одних сафонов только встречаю. Слушай, трансперсон хватит. Разошелся что-то. Блин, улетел. Не успел на него напасть. Явно сюда полетел. Хотя не факт. То есть он где-то тут, наверное. Похоже. Меня тут пытаются мою трофейную систему отобрать. Наглые имперцы. Добытую честным путем. Империя, что за дела? Ужас.
Отбираешь у пожирателей их систему, которую они зачамкать хотели. Нами честно, честно захватили еще до этого. Так, радушие уже. И аванпост стал колонией. Так, могу нанять героя. Вот мне надо ж по квесту больше 20%. Так что набираю промышленника. Так, какие ему навыки? Деньги. В стерильной и на систему. А тут система на... На систему в планету. Перевод вообще. Почему я не играю на русском языке в игры? На систему в планету. Видимо, на самом деле правильно на планету в системе. Судя по всему. Но я возьму вот этот бонус. И назначу... Не, кстати, во вторую систему. Потому что только одна... Планета колонизирована. Это моя основная система. Как, подожди, как его зовут? Елчин Ардара Аракью. Кстати, это Елчин, это актер из семьи, русской семьи, который играл в Стартреке Чехова и погиб недавно. Может, это в честь него решили вот Елчиным назвать амплитюды? Забавно. Ну вот тут я колонизировать буду планету, так что лучше сюда назначить вторую. Как у вас там дела? Ну, нормально. Кто там рядом с деревьями? Я, видимо, судя по всему, что он летает по моим планетам. И все? А, вас трое? Ну вот норм. Вы должны, по идее, это... Не дать ему там особо расселяться. Ага, норм. Я война. Я Грут, я война. А, сливак, отлично. Замечательная информация. Не хочешь, Лёш, помочь его? А я без понятия, где деревья. Он просто летает по моим системам, но я не нашел его. Я вроде быстрый, там разведчики-то их это отправь во все уголки. Ну я стараюсь, но я не видел еще. У меня тут
Это надо вот в эту сторону отправить, видимо. Коварный-коварный имперец. А имперец, а кто за империю играет? Камрад. Ну давай, обменяем картами. А я говорю, коварный ты? У меня, правда, нету культуры. Да, отправь. У меня нету культуры. Fortune smiles. Отправь. Сто пятьдесят культуры три. У меня нету столько культуры, извини. Опять он у меня в системе сидит. Это у меня там накопится на второй уровень. Может мне купить? 11. Ну, куплю одну штуку, чтобы не откладывать апгрейд. Только, наверное, не Форис апгрейднем, а Бушир. Как ни странно. Так, а где у меня тут, блин, моя эта каравелла еле тащится в Бушир. Кстати, Талита 2 ничего такая. 659 стоит. Я, наверное, ее колонизирую. Мне надо, собственно, сюда лететь. Исследовать аномалии. Ничего так. Так, ну мы наконец продолжаем игру. Целый день прошел, чтобы мы 30-й ход продолжили. Так, на Орионе у меня Люмерис появился и каравелла построена на Форисе. Надо ее сразу выводить. Ну, в принципе, межпланетную сеть придется строить. Так, что у нас тут по науке? Идут исследования. Все норм. Полетели. Это у нас
Тут летит каравелла, и еще одну надо отправить. Спутниками находить... Где у нас пожиратель воюет там с кем-то? Андрей, а ты за кого играешь, я забыл? За сафонов тоже или что? Да, сафоны. То есть сафоны и пожиратели сейчас воюют друг с другом, да? А где вы находитесь? Вот я вижу, вот от живописца и фаджиса, если ты нашел такой, то в какую сторону вы? Стас, счастье, счастье, все путем. А когда у нас герои? Еще долго новый герой. Какие ресурсы? Что такое труд ресурсы? Это все обман, чтобы собрать классы. Нет, людей я точно не могу скинуть. Я тут сам армию строю. У меня самого нехватка. Так, значит... Владимир. А, все окей. Да, я еще ж тут... Этих ребят, так, тут плюс 4 норм, плюс 4, плюс 4. Этих ребят я хочу всех ассимилировать. Это пираты, по-моему, да. Так, выборы, я пытаюсь пацифистов поддерживать. Ну, пока у меня тут пацифисты просто. Мне надо как-то... Блин, может, надо было как раз поддержать индустриалистов. То есть пацифисты бы победили все равно. Но мне квест фракции, чтобы там 20% у них было. Что-то я не сообразил. Начались рассинхроны опять. Вот гуд. Уже дружелюбие с ремнантами. Блин. Этого чувака Энджи ассимилировал. Ну хоть этих, может, успею. Могу на второй... Набрал, наконец, ресурсов. Могу какую-нибудь колонию второго уровня сделать. Отлично. Так, у меня там на еду. Помнится. Поэтому давайте Орион. Хотя нет. Сколько у нас в Орионе? Так что она уже вообще практически уже заполнена. Тоже заполнена. Вот. Давайте лучше эту на второй уровень переведем. О, наконец-то я пиратов поймал. Отлично. Так, этот у нас рассылает спутники.
3, 4, 5. Так, этих ребят пока тут оставлю. У меня тут многие системы. Блин, так долго летит эта каравелла. Ой. Они там берутся постоянно. На столичной системе. Ага, штаб-квартира торговая, все правильно. О, открылся рынок героев. А, ну Хиша, этими они волновали. Так, 1001к надо будет купить следующим ходом. А где этот бифокус? Это ты мне гидромелия открыл? Да. Спасибо. Еще что-нибудь открыть? Я могу. Да тут. Ну ты сам летаешь, видишь, где надо открыть, открывай. Хорошо. Ну отлично. Я главное лицензию получил. Мы тоже по черным схемам не работаем. Только официально. Круто. Так, а что следующее она будет открывать? Ага, не стоит ничего в очереди. Ну, надо что-то научное. Это я пепловые планеты колонизировать. Открываю. Стратегических ресурсов на горячей и на стерильной. На месторождение. Вот эту надо. У меня месторождения фигово открываются. Так, а дальше, наверное, степные планеты. Заодно вспомогательный модуль откроем. Так, штаб-квартира готова. Тут минус 15 тип планет, но это при этом плюс 20 от аномалии, то есть итого будет плюс 5.
Так. Этого парня мы... В какую... Куда посадим? Форест, но тут мало планет. Давайте на Бушир мы его лучше определим. Так, ну два хода, и можно будет этих ассимилировать. Модернизация проведена. Так, пепловые планеты можно колонизировать. Значит, тут вот я уже Орион собираюсь колонизировать. Минус 5 будет, тут минус 20. Вот эту планету колонизировать не стоит, вот эту еще можно будет. Собственно, я ее и колонизирую. Это слишком большой минус по счастью. Сафон, у меня просьба, не сдавай, пожалуйста, система. Не нажимай сдаваться. То есть ты же его системы захватываешь, да? Ну ладно, нажимай сдаваться, пожалуйста. Тогда сразу столицу сдавай. Десять титана, Гиперия, ну это фиг знает, когда такое будет. Адамантовое снаряжение. Технологии, отлично. И опять багровая специя. У меня их уже немерено, кстати. Так, что у нас с торговыми... А, нет еще торговых филиалов. Если я здесь построю филиал, то есть я буду эту гидромилю и... эту фигню тоже добывать большими темпами. Кстати, можно гиперии попродавать. Как он тут... стоит на рынке 13, а 9 вообще, за 9 корабли можно купить. Шаттл, позитрон, мародер, клешня. Героев больше на рынке нету. Ну вот, 4 из 6, мне надо этих двух ассимилировать, вот мои 6 планет будут. Этого мне достаточно. Для начала. Межгалактический тип. Вулф, тот же хочет, что я. Ну, что ты будешь все вообще забирать, что ли? Надо ж кому-то другому тоже.
Не поверишь, их тот же ход, что и я. Адамантия, так что снарядить более качественно не получится. У него против чего там стоит защита? Ну, это правда, блин, не основное его. Ну, против кинетики, так что у меня против моего энергетического оружия будет нормально работать. Тут законы. Плюс 4 денег, но минус 1 за население. Может уже убрать? С деньгами-то... Ну, блин, плюс 4 за население. Это смотрите. У меня население 12, 19, 21, 25. То есть плюс 100. Ну, в принципе... В принципе, можно убрать. Потому что, ну, счастье забирает. Не хочу, я лучше вот счастье. Или даже науку взять. Давайте науку минус 10. Плюс 364, нормально. Так, а где у нас там... Альянсы, вот это прочее. Так, парочку военных надо тех открыть. Ну вот, 71, счастье сразу. Экстаз, счастье, счастье, экстаз. Все, зашибись. Так, следующим ходом тут можно будет ассимилировать эту звездную систему. Пульсарами уже дружелюбие, а этих ребят можно? Ой, нет, это пульсары. Да, блин. А вот ассимиляция только за деньги, за культуру. Хорошо, оказать помощь. Следуйте феномен в системе крас, когда будете готовы пожертвовать 100. Пфф, без проблем. Только где этот крас? Далековато. Плюс 15% к деньгам с моим населением. Это неплохо. Бифокс, а ты не хочешь мира против пожирателей? Они вот как раз таки рядом с нами. Конечно, конечно. Давай тогда тебе кину, у меня как раз хватает. Конечно, давай. Может быть, даже...
Может, даже карту открыть? У меня пока не хватает этого. У тебя есть? Сейчас. Культура. А ты знаешь, где он? Да, я знаю. Он, видишь, система бани называется. Это правее тебя, цинк. Ты принял? Да. Да, много ты знаешь. Ну, меня дальше пират не пустили. Не, в любом случае, это против пожирателей, видишь, там бани, и вот тут кто-то на аванпост создает, а все. Куда он улетает, блин? Лететь. Чего я его не вижу? Ну. Либо сюда получается. Плюс одно генерирование ресурсов на месторождение ресурсов. Нет, двигатель побыстрее какой открыть. Что летают корабли как чушки. Снежные планеты. Так, вот это потом машины бактерии. Центры хамелеоны. Дом, хотите, если пожирателя мочить, действует? О, новый... Новый уровень. Так, а почему он вылетел? Он умер. Ты его вынес? Да. Ну вот, Сафонов уже уничтожили. Никого не смущает? Смущает. Сейчас пойдем препятствовать. Через сколько ты там сможешь оказаться? Это он мне препятствовал, не я ему. А, то есть это мирный пожиратель, да? Я его... Он не пожиратель, он... Этот, несгибаемый или как? Он мне, короче, корабль Лозу убил в последний ход, когда я колонизовал систему, и мы, в принципе, за нее боролись. И улететь из своего острова у меня почти нереально. Просто я как ни пытался, я не могу опутать соседние. Я вон к Халецкому пытался залететь, меня просто не опутывает там. А, Транс, это мы не про тебя, мы про пожирателя говорили. Mm-hmm. Так, а... Так, а Транс уничтожил Сафона. Я понял, да. Не, у нас здесь пожиратель на границе, мы. То есть я могу сейчас... Или не могу? Нет у меня этой специализации. Я думал, можно будет специализировать, чтобы больше ресурсов получать. Оказывается, нет. Так, если я построил уже филиал, чтобы увеличить доход, вот это больше ресурсов будет добывать. Thank you.
0,2. Ну, не так, чтобы прям офигенная прибавка, честно говоря. Горацио, через сколько ты сможешь возле бани быть? Пока не знаю, мне далеко везти, но ходов 6, наверное. Тебя устроит? Да. Отлично. Просто ж, если мы боремся вдвоем, то мы одновременно должны туда подтягивать силы. Я через 7 ходов буду там. Ты не видел его флот? Он чем пользуется? Лазером или ракетами? Без понятия. Ну вот, поставлю хотя бы гиперевые зонды на мои эти каравеллы. Чтобы быстрее восстанавливаться. Хотя, конечно, титановые круче, они за один ход будут восстанавливаться. С другой стороны, у гиперевых больше запас. Вы приходите, я вас чаем угощу. С зефиркой? Так, открыли. Можно еще и феномен исследовать. И вот и вспомогательный модуль открыт. Так, а почему... Почему тут нейтралитет стал? Было дружелюбие или не... Это следующий уровень после нейтралитет. Блин, все еще не... Мне в Кразе надо исследовать феномен, чтобы вот эти ребята стали моими. Так, давайте мы этот корабль тоже отправим на апгрейд, видимо, в эту планету. Только он только для во время боя, а так тачки движения точно такие же, 3 остается. Ну все равно поставлю. Почему нет? Так, и брик. Брик это нападающий каравеллу. Стратегическими месторождениями у меня такого нету. С ресурсами роскоши тоже нету ресурсов роскоши на этих планетах. Как-то мне что-то не очень с планетами, честно говоря, в этой игре. О, плюс 25% науки во время счастья. Надо открыть. Плюс 30 науки и плюс 2 на планеты. Тоже надо. Так, это с лунами работает. Вспомогательный модуль. И вот быстрее летают самолетики. Сразу 3 техи открыл заход. Ничего себе.
Так, тут есть очередь. Тут есть очередь. Что насчет колонизации? Тут минус 5, но при этом 3 производства на карте. Тут минус 5. Давайте вот эту планету колонизируем. Эту колонизируем. О, можно модернизировать до второго уровня, отлично. Так, и дальше я хочу открыть танки. Опять пираты достали. Вот это вот мне не нравится в Space, что он вот так вот долго просчитывает бой. Постройте колонию в систему Биртус раньше всех. И где этот Биртус? На 5 часов. Ну то есть это не про меня явно. Блин, какая-то сила экспедиции должна быть 2, да ёп... Перный театр. Исследуйте феномен в системе красок, когда будете готовы пожертвовать 100 монет. Феномен в системе крас. Убазарил роботов. Да. Райский сад. Счастье. А, точно, я поэтому и хотел, собственно, эту планету колонизировать. Как мне помнится. Так, и далее 60 пылелюбивых деревьев. Деньги будут производить. Ну что, взять для второго уровня эти пылелюбивые деревья? Ну, как минимум две планеты мы сможем. А на рынке они вообще продаются? Ну, 48 штук есть, в принципе. Давайте гидромилю и... Так, почему эти 20? Ну ладно. Так, проапгрейдим каравеллу. Thank you.
Надо не забывать, что я вот это строю кампус рабочих, чтобы я потом покупал. У меня же денег немерено. Надо не забывать. Еще одну планету можно заселять, покупать планету нету нормальных для меня, я считаю. Бифокус первый улучшил до второго уровня. Ну, кстати, я немного отстал, между прочим. Так, 40 на систему. Давайте науку. Ну, побьемся, чё уж. Тоже ему два корабля вынесу. У меня, в принципе, они за один ход строятся. А, надо быть готовым дать отпор. Пожалуй, я не готов. Полетим обратно. Да, милитаристы, промышленники только 6%, а мне надо 20%. Кто-нибудь в курсе, как посмотреть, когда герои на рынке появляются? Есть какой-то там таймер или еще что-то? Конечно. Ну и где? Заходи в героев, там есть полоса, по которой показывает, сколько очков ты набрал. Ну, нет, она процент говорю не про героев, которые мне дают просто так, а про героев на рынке. А. Это я знаю, то есть тут это я в курсе. Продажные герои? Да. Они самые. Уверенным, что он не прилетит сейчас красный ко мне.
Так, Академия третьего уровня. Ну, типа, герои будут теперь с большим уровнем даваться. Лаборатория плюс 25%. Ага. Но меня не удовлетворены, ребята. Минус 18 из-за перенаселения. А, вот центр глубокой очистки. Плюс одно генерирование ресурсов на место рождения ресурсов. Так, ну тут у меня ничего нету, но вот там, где ресурсы, надо это включить дело. Ладно, лабораторию пока построю. Так, тут ресурсов тоже нету. Камрад, тебе помощь нужна? Странно, где у меня ресурсы? А, не вот, помешало бы. Два. Я тогда к тебе гоню. Слушайте, а поясните, как работает специализация на генерирование плюс одно ресурс? Плюс одно генерирование ресурсов на место рождения ресурсов. Я просто ее выбираю и будет... Вот у меня сейчас, например, плюс 2 ресурса добывается, значит, будет плюс 3. Правильно я понимаю? Или не на каждое месторождение плюс 1. Ну, да, на каждое. Но у меня вот в системе всего одно месторождение ресурса, которые два в ход идут. Да, будет плюс 3. А, ну да, вот на этой планете вот оно. Горация, ты где? Ледяные планеты, а потом арктические планеты можно будет колонизировать. Так, давайте попробуем промышленников поддержать. Мне надо 20%. Мало за них кто хочет голосовать. Ну и сколько в итоге? Не прошел квест все равно, да? Нет, прошел. Нет, это я. Это другой квест. Да, прошел, точно. Число действующих законов, поддерживающих промышленность, должно быть не менее 2. Но у меня пока просто места нету, куда их принимать.
Ну красный ко мне вроде не летит. Видите, я все спутники поотправлял. Плюс 25% за экстаз. Но это закон. Это закон, это не здание, это закон. Можно такой принять. Так, где же еще ресурс у нас добывается, чтобы на него это поставить? Ну, тут есть титан, но минус 20 счастья, если я колонизирую эту планету. Ну, нафиг. Так, здесь в процессе смены. Здесь минус 15 счастья, тоже не хочу. Что тут можно вот он. В упор не вижу. Что-то у меня в последнее время в играх проблема, что я в упор не вижу ресурсы просто. Так, ну вот до третьего уровня можно апнуть. Давайте даже мы вот так раньше сделаем, просто потому что центр оптики будет при счастье работать. У меня пока удовлетворение. Так, еще один... Вот здесь тоже поменяем, чтобы гидромилю быстрее добывалось. Вот это кто летит? Сюда он причем летит. Будем ловить. Давайте еще пару модулей. Просто чтобы держать руку на пульсе, так сказать. Милитаристы и 80% шанс открыть что-либо. Давайте это возьмем. Горацио. Да. Что там, к бане подлетаем? Общий плазменный модуль. Ну это на планете влияние плюс 25. Сверхкартошка, мой любимый ресурс. Так, тут исследовать нечего. Тоже в живописце. Тогда полетели в Серте. Так, давайте Эридан поисследуем, отсюда поотправляем модули. Так, ну и там какой-то лазер у меня. Это офигенно улучшенный, да. Так,
танки я еще не открыл. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.